Всем привет! Купил сегодня вот такой вот сигнализатор. Прикольная штука, есть фонарик. Светите, если ночью будете устанавливать сигнализацию. В общем, орет пипец, как включается на разрыв. Можно подвесить, либо как-нибудь зафиксировать. В общем, будем пробовать эксплуатацию. Вот так делаешь на разрыв. Обратно надо вставить. Короче, если жестко вставить, то тяжело разорвать обратно. Вот можно до конца не вставлять, вот так, что прям, если прям на лайте через лесочку, если кто-то проходит, я слышу, что пришел вор и что-то пытается у вас украсть. Тема клевая такая, лайтовая, маленькая, на батареечках. Подписывайтесь на наш канал, ставьте вот такие лайки, будет еще больше интересных видео, приколю какими... Да выключи ее уже, это нереально, просто это бомба, а не сигнализация. Еще будет больше интересных приколюх, которые мы закупаем, используем в наших путешествиях, в наших лагерях. Ну и, соответственно, выложим еще видео, как это реально работает на природе. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, будет дальше круче.